Привет всем зрителям моего канала, меня зовут Деркачук Руслан. Давно я не выходил вам в эфир и не выставлял видео, так как не было просто времени на это и много работы, все остальное. Ну, проблема у меня появилась в том, что, вот, как видите, эту колбаску, а колбаска это от Рейсмоса Метаба DH330. Этот Рейсмос у меня уже лет 6-5, ну и в итоге резина порвалась, приемный валик порвалась. Проблема в том, ну это уже как бы многие знают об этой проблеме, в этом рейсмосе, но как решали ее, точно я еще не искал в интернет, мне просто было нужно, стоит работа, нужно делать лутки на двери и строгать. В итоге, то есть рейсмос вышел из строя. А почему вышел из строя? Эта резина, она была приклеена не совсем по всему валу, либо клей просто отошел со временем. В итоге ее начало вот так вот выкручивать. То есть клей держался на одной стороне, начала выкручивать ее, и в итоге появилась в середине дырка. Вот, в итоге, то есть мы ее полностью разрезали и сняли. То есть как эту проблему решить? Мы ее нашли. Просто выключили новый вал с насечками. Вот. Вообще даже не вал вытащили, вал взяли старый от этого рейсмоса, а напрессовали сюда просто втулки. Тут он состоит из 4 частей, вот, просто его не видно. Ну, полосочку в принципе видно, соединительную. Ну и дальше нарезали насечки где-то 2 мм и глубину на 2. Сейчас я его поставлю. Ну, еще сам не пробовал, не знаю. Испытаем, как оно на самом деле работает. Я снял нижнюю часть от него, подошву. Вот она стоит. Кстати, очень быстро все разбирается. Открутил снизу 4 болта. 2 болта с одной стороны, посередине, которую шпильку резьбовую держит. И здесь так же самое. И все, и вытащил середину, то есть нижнюю часть. Вот. Один болт, шпилька, по которой ходит. Здесь есть пружина, то есть которая идет для вала. Кстати, интересный нюанс. Здесь еще очень многие проблемы, то есть в этом рейсмосе, что стружка забивается под ножик и выгибает здесь пластину. Вот, решение, в принципе, я этому нашел. Вот сейчас подогну, вот покажу. Видно, да, как стружка забивается. Нужно снять ножик, вычистить всю стружку, которая там набилась. Потом ножик поставить на место, ножик смазать маслом машинным, а на вот эту пластину взять, наложить эпоксидного клея и прижать, пусть он высохнет. То есть в дальнейшем, как бы, то есть ранее мои, как бы, эти клепания этой всей пластины ничего не помогло. Вот, и поэтому я сейчас сюда постоянно налажу эпоксидки, которые приклеиваются, и соответственно уже меньше попадает под ножик сюда. Стружки набивается. Было бы хорошо еще как-то сделать. Сюда здесь ножи перезатачиваемые.
Рыбы. Пуск с новым валом. Можно ограничить, если ты правильно. Четко. Даже не это. Тащит как надо. Надо ее почистить там. Костушки. Давай чуть-чуть возьмем с ним. Оп, полмиллиметра. Куда такую идею, да? Ну, крошечки. А, слушай, ты что, меньше порубили тебе? А? Меньше порубили, да? Да, у нас было меньше. 2 миллиметра всего. Главное буксует. Скоро, потому что тут штучка забывается. Чуть-чуть на миллиметр. Все, проблем никаких нету. Тянет отлично доску. Нет смысла покупать за 850 гривен еще один резиновый вал. Вот я в интернете нашел, на OLX там 850 гривен резиновый вал металла. Просто нет смысла. Чтобы он еще раз порвался через там лет 5. Все, один металлический поставить навсегда. Все, всем пока, до новых встреч.